Доброе утро, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на первенстве Приволжского федерального округа. Сегодня дизель принимает Медведь, Пенза принимает город Бор. Начнем с представления состава команды гостей. 30-й номер – Сычников Иван. 20-й – Ефремов Илья. 2-й – Пугин Богдан. 5-й – Потемкин Илья. 9-й – Жубырин Артем. 10-й – Карасев Святослав. 25-й – Родькин Андрей. 27-й – Дианов Данила. 33-й – Пасько Илья. 34-й – Бабуркин Алексей. 52-й – Шпигов Павел. 71-й – Коптев Иван. 77-й – Погодин Богдан. 80-й – Лещев Никита. 88-й – Чугрин Матвей. Капитан команды. 92-й – Карагайчев Мирон. Главный тренер Киселев Сергей Александрович. Состав команды «Дизель». 50-й номер – Копьев Дмитрий. 59-й – Ефремов Арсений. 2-й – Ярослав Егоров. 3-й – Тимофей Михалев. 9-й – Виктор Реваев. 11-й – Денис Колесников. 12-й – Егор Лукичев. 17-й – Даниил Фадеев. 22-й – Олег Кузьмин. 24-й – Дмитрий Басов. 37-й – Матвей Ёлкин. 42-й – Кирилл Марков. 48-й – Александр Лавров. 58-й – Кирилл Кленин. 68-й – Григорий Пахомов. 69-й – Артем Гонякин. 78-й – Артем Алимов. 81-й – Артем Петров. 95-й – Дмитрий Фирсов. 96-й – Владислав Фатахов. 98-й – Сергей Тюрин. 99-й Кирилл Мишунин, капитан команды. Главный тренер Грушин Дмитрий Юрьевич и Батюмин Алексей Геннадьевич. Ну что ж, составы оглашены, можем полностью сосредоточиться на происходящем на льду. Проброс зафиксировали арбитры. Выбрасывание переходит в зону к команде «Медведь». Сычников Иван защищает ворота команды «Медведь» номер 30. И Ефремов Арсений номер 59 защищает ворота команды «Дизель». Забирают гости шайбу. Попытка выйти. Сразу же передача идет на Жупырина. Тот устремился вперед, но арбитры фиксируют проброс. И смена отменяется у команды «Медведь». Остаются те же игроки, что были во время проброса. Вбрасывание в зоне у команды «Медведь». Вбрасывание забирает Мишунин. Сразу же следует бросок от синей линии. Фадеев заряжал по воротам. Шайбу отбили. Держится за нее «Дизель». Фадеев будет первый. Нет, шайба проходит мимо, но подстраховал своего защитника Басов. Отправил шайбу по борту за воротом. Там поборолись. И вновь Фадеев получает передачу. Бросок. И шайба попадает в игроков, находящихся перед воротами, отскакивает за них и уже выбрасывает Бабукин шайбу. Пытается выбросить из зоны, но Петров ее сохранил и вновь возвращает в гущу событий. Борьба идет у борта. Здесь уходит от Пашку. Тюрин протащил шайбу дальше. Здесь уже Басов, дальше Мишунин. Передача вновь на Басов. Басов покружился в углу. Находит передачу Петрова. Петров, бросок. Ух, и перекладина. Опаснейший сейчас момент был у ворот «Медведя». И здесь вышла шайба из зоны. Здесь на смене Мишунин полез обыгрывать двоих. Выбили у него шайбу с крюка, но Кленин шайбу оставил в зоне атаки. Разворачивается на Лещев. Потерял он шайбу, а здесь столкнулись. Ну как, приобняли друг друга хоккеисты «Дизеля». Шайба остается у них. Шайбу протолкнул. Егоров сразу выдвигается в прессинг. Вывели шайбу. Гости своей зоны. Застряла она в нейтральной зоне. И тут же сразу же переправили ее вперед. В
Фатахов. Он разворачивается, передачу делает на Лаврова. Лавров в углу площадки ввязывается в борьбу. Здесь Фатахов пришел к нему на помощь. Активно Пугин пытается шайбу отобрать. Ой-ой-ой, момент какой! И здесь передача за спину от Егорова. Такое ощущение, что и партнеры не ожидали, что дойдет эта передача. Так пройдет удачно. Шайбу вывели гости из своей зоны. Возвращается она практически сразу. Карасев уходит от Егорова максимально, насколько получилось. Передачу сделал на другой борт. А здесь ошибаются. Передача. Ой-ой-ой. Как раз Пугин, и нарушают на нем правила. А тем временем атака-то пошла дальше на развитие. И как только игрок команды «Дизель» коснулся шайбы, перешла на владение, сразу же арбитр зажигает и отправляет на 2 минуты Ярослава Егорова на подножку. Сбрасывание. Михалев и Пасько. Пасько шайбу забрал для своей команды. Михалев попытка выбросить неудобный. Попадает он в Шпикова. Шайба сохранилась у гостей во владении. Лукичев атакует у того же Шпикова. Отдает он на Пасько. Пасько дальше на защитника. И уже Потемкин. На вершине бросок. Ух, и здесь хорошо. Ефремов шайбу поймал. Спокойно. Отдает арбитру. Угрозу для своих ворот он ликвидировал. Вбрасывание в зоне у Дизеля. Вновь Пасько забирает шайбу для своей команды. И пытается Медведь позиционно расставиться для того, чтобы найти брешь в обороне и переправить все-таки шайбу в сетку ворот, воспользовавшись численным преимуществом. А здесь Басов успеет, да, вывел шайбу из зоны. Забирает ее под свой контроль. Ну, а здесь не стал Фадеев рисковать. И выбрасывает шайбу максимально далеко. Атаку свою начинать гости будут из своей зоны. Пугин. Влетел он просто на Втюрина. Слетел шлем. Но атака продолжается. Держит гости шайбу. И уже сейчас арбитр принимает решение остановить встречу. Ну, действительно, здесь получил неприятный удар Сергей Тюрин. Даже шлем слетел у игрока. Было жестко, но сыграно в пределах правил. Арбитр был достаточно близко, и поэтому вряд ли этот эпизод ушел бы от его зоркого взгляда. Просто неприятное столкновение, но тем не менее пожелаем Сергею Тюрину здоровья. Вышла шайба, не успел ее Карасев оставить в зоне атаки. И, следовательно, положение вне игры, вбрасывание будет в зоне нейтральной. Мишунин и Пугин на точке вбрасывания. Забирает второй номер. Медведев вновь шайбу для своей команды. А Мишунин сразу же идет в прессинг и попытается отобрать сейчас шайбу у Карасева. Но Карасев справляется с поставленной ему задачей. Передачу сделал на партнера. А здесь классно Петров перехватывает. Но не успел выйти из зоны атаки партнер Петрова. И положение вне игры фиксирует арбитр. Вбрасывание будет в нейтральной зоне. Меня забирает Дизель. Алимов сразу же передачей награждает вперед Ёлкина. Тот ответную хотел ему сделать, но Алимова до шайбы не допустили. А тем временем хорошо заходит Медведь в зону. А Дизель тем временем играет в полном составе. Вернулся на лед удаленный игрок Ярослав Егоров.
уходит Потемкин от прессингующего его оппонента и начинает атаку. Передача пошла дальше. Кортев через центр пытается развить атаку, но Дизель забирает шайбу под свой контроль. И Пахомов. Риваева передачу сделал. Риваев идет вперед. Рядом с ним вся тройка нападения. Но Риваев берет на себя инициативу, заходит в зону. Ушел от Кортева. Ох, и передачу классную сделал на Ёлкина. Ёлкин не попадает по шайбе. Здесь Риваев еще одну передачу. Но в этот раз пытался шайбу доставить до Кузьмина. Кузьмин развернулся. На Ганякина. Ганякин может и сам пойти, что, в принципе, он и делает. Хорошо, как и с броском эту атаку завершает Артем Ганякин. Справляется Иван Сычников с этой шайбой. И, взяв паузу, дает возможность спокойно поменяться и себе, и своей команде, и сопернику. Брасывание. Получается немного затяжным, но с шайбой в итоге оказывается хоккеисты Дизеля. Из-за ворот попытка атаковать, если Ленин может и бросить, и делает это перехват. А в исполнении Жупырина тот сразу же идет, убегает в атаку. Бросок мощнейший и очень-очень был близок. Девятый номер Артем Жупырин к тому, чтобы счет в этой встрече открыть. Шайба в очень опасной близости пролетела от ворот. И да, Ефремов, он благодарит штангу. Возможно, где-то было и касание. Каркас ворот. Шайба прошла мимо. Уходит за ворота Дианов. Передача через центр. Слетает шайба с крюка. Егоров, получив передачу, отдает ее просто сопернику на крюк. Лещев заходит в зону, встречает его Ганякин. Классно. И атаку разрушает сопернику. Михалев пошел сам и обыграл сейчас с оппонентом. Ну, Бабуркин до последнего доборолся и даже обыгранный не позволил развить преимущество Михалеву. Шугин в зону вошел, держал шайбу, но он забрал у него Марков шайбу, а у того он вследствие забрал Потемкин. Вновь Марков разгоняет атаку. Михалев рядом с ним. И Ирсов идет также в параллель. Хороший бросок. И не очень удобно было вратарю отбивать шайбу. Здесь опасный момент мог получиться. Не пустил сейчас Колесников соперника. Дальше к воротам. Остановил он Гайчева. За ворот передача, перехват. Классно бросать нужно, но потерял Мишунин равновесие. И бросок у него не получился. Колесников через центр передача. Лещев прерывает ее. Уходит шайба за воротом. Здесь Марков классно перехватывает шайбу. Максимальную площадь пытался закрыть. И в итоге это дало свои плоды. А здесь неудобный бросок. Возможно, попытка забить от вратаря. Но он не увенчался на успеха. И здесь уже Медведь идет в свою контратаку. Заходит Пугин в зону. Получает ответную передачу. Но здесь Колесников прерывает игру в стеночку и сразу же отправляет Сергея Тюрина вперед. Тюрин, Мишунин, Басов втроем идут. Бросок Тюрина добить не позволили. Хорошо он Сычников сыграл сейчас. Коптев дальше шайбу направил вперед. Сам же ее подхватил, но здесь вмешался Басов. Казалось, что шайбу забирает Дизель. Под свой контроль здесь Алимов выбежал по скамейке запасных. И, в принципе, выбежал в нужное время. Шайбу забрал. И Фадеев будет начинать атаку. Заходит в зону, бросил шайбу. И сам же пошел за ней. Ввязался в борьбу за воротами. Петров. Бросок. Попадает шайба в Потемкина. Потемкин переводит через борт дальше. И здесь останавливает Фадеев соперника.
Петров. На свободный борт. Здесь Ёлкин будет пытаться сейчас прорваться к воротам, что, в принципе, и делает передача. Шайба проходит мимо. Ревая. Бросок подставления Ёлкина. И справляется с этой шайбой. Пытается Медведь вывести ее. И успешно у него это получается из своей зоны. И сразу же завязывается борьба. Родькин хорошо зашел, но вяжут его у борта, и Дизель забирает шайбу под свой контроль. Реваев хорошо пошел по центру сам, ну здесь связали его. Алимов, Ёлкин, Кузьмин зашел в зону, как же активно сейчас атакует его Шпигов. И вообще очень так... Цепка играет 52 номер. А вот здесь, ой, момент-то какой! И удаление. Реваев только лишь с помощью удаления смог остановить Ивана Коптева. А так-то опасно в перспективе выходил 71 номер в сторону ворот. Поэтому... стал рисковать, возможно, 9 номер. А Дизель решил максимально обезопасить свои ворота. Ну и чуть-чуть не успел. Так, Медведь пытается сейчас зайти в зону. В зону вошли. Здесь Жупырин шайбу потерял, выбрасывает ее Кренин максимально далеко, насколько возможно, но заново придется заходить гостям в зону. Здесь с броском сейчас пересек Потемкин на синюю линию, но Ефремов вполне видел эпизод, спокойно по этой шайбе сыграл. Еще одна попытка зайти в зону и расставиться, но с заходом вопрос оказался решен. Вот теперь и расставились гости. Будут искать лазейку. Лазейку в обороне. Паско. На вершине Потемки. Бросок. Ефремов бросается. Еще один здесь. Ой-ой-ой, момент-то какой. Абсолютно один был. Жупырин, дошла бы до него шайба. Мог свободно переправить ее. Здесь Кренин борется с ним. Удача на Бургина. Тут бросает не точно. Паско держит шайбу. Опять передача нам на синюю линию, на Бабуркина. Бросок. Ух, как сейчас опасно пролетела шайба. А вот здесь Лавров выбрасывал ее. И выбрасывал так опасно, так как чуть-чуть и перелетела бы она закрытое стекло. На этом могло сулить 2 минуты удаления. А здесь здорово сейчас Колесников пошел атаковать Лещева. И в самом зародыше атаки ее задушил. Лещев зашел в зону. Попытка бросить в дальний угол. Попытаться попытался, но в угол не попал. 80-й номер. А Дизель тем временем играет в полном составе. Михалев шайбу прокидывает вперед на Маркова. А вот здесь момент классный может быть, но плотненько сейчас сыграли. А против Фирсова не позволили ему развернуться. Здесь сразу в контратаку убегают какие-то медведи. Ой, шайба-то как сейчас, какой момент! Ух! Ну, не то что пожар, а прям очень серьезный звоночек. Прям в колокол прозвучал. Каким-то чудом шайба не прошла, так как очень близки были гости, чтобы счет открыть. Ну, отборолись, следовательно, можно идти вперед, что, в принципе, Дизель сделал. А вот здесь момент, и убежать может. И даже, получается, убежал Рогайчик, но, правда,
развить эту атаку не получилось, и тем более завершить ее броском или какой-то атакой ворот. Убежать убежал, ну а дальше Дизель вытесняет шайбу из своей зоны. Пытается сейчас ее вернуть. Бабуркин, в принципе, возвращает, но сразу же Мишунин его атакует в углу площадки. И уже на помощь пришли партнеры с одной и другой стороны. Бросок и гол! Ну что ж, номер 92. Карагайчев Мирон переигрывает защитника и, самое главное, переигрывает вратаря, отправляя шайбу в дальний угол. Счет становится 0-1. Хорошо, все сделал, сам прошел, на себя взял инициативу, ну и... Так, вбрасыванием, гости забирают шайбу под свой контроль, здесь Мишунин, Тюрин борются в нейтральной зоне, Басов шайбу перехватил, но выбили у него с крюка, и вновь Коптев пошел вперед. Улучшает себе позицию для броска. И здесь в итоге, если не Коптев, то Погодин пытался бросить. И, ну, шайба опасно пролетела. А, правда, рикошет. Но все же лишний раз давать возможность бросить не самое верное решение. Фадеев не успевает поймать шайбу, а тем временем абсолютно один оказался на Коптев. Ну, правда, передача на него, до него не дошла. Мишунин переводит шайбу. Перехват в исполнении Погодина. Только вот зайти в зону он зашел, но не посмотрел, что его партнеры еще не вышли. И, следовательно, фиксирует арбитр положение вне игры. Вбрасывание в центральной зоне. О, хорошо, сейчас Алиева вбрасывание выиграл. Сразу же пошел вперед и Кузьмин, здесь и Ёлкин. Активно против него Потемкин борется, но с шайбой игрок Дизеля. И сейчас хорошая атака. Алимов получит вторым темпом. Нет, успевает выбить шайбу с крюками. И Жупырин пошел сам. Пахомов мешает. Классно ему сейчас атаковать дальше. И в итоге шайба ушла за воротом. Здесь Реваев подхватил ее. Начинать будет атаку через центр. Алимов. Передача дальше на Кузьмина. Кузьмин зацепился, но вовремя вернулся. Пасько шайбу забрал. А здесь Кузьмин сразу же пошел его атаковать. И уже коллективными усилиями пытаются сейчас каким-то медведем шайбу вывести. Алимов. Конякин. Тело, шайба с крюка, бросок не получился, Пасько там поборолся с Кузьмином. Кузьмин, уй, момент! И здесь Реваев поймал шайбу. Сразу же Алимов выцарапал ее у соперника. И вновь Карагайчев касанием вывел шайбу, а здесь Лещев пошел за ней. Но первый будет Гонякин. Гонякин на Реваева передачу делает. А Лещев очень хотел ее перехватить. Дальше Реваев передача на Егорова. Но Егоров не зацепился за шайбу. В нейтральной зоне борьба. Алимов шайбу взял, оставляет на Лаврова. Лавров с неудобный гол забивает. Номер 48 Александр Лавров. Неожиданно для вратаря, с неудобным резким таким движением переправил шайбу и не увидел Иван, возможно, сам момент броска. И шайба оказывается в сетке ворот. Счет 1-1, можно сказать, под концовочку первого периода. Бросунин забирает Дизель, выиграл Потахов это противоборство. Ух, а здесь удаление заработал на себе игрок Дизеля. Хорошо сейчас прорывался Артем Гонякин.
Ну, им только лишь с удалением. Андрей Родькин смог его остановить. Выбрасывание будет в зоне у гостей. Алимов против него Жупырин. И шайба оказывается у Дизеля, но только зайти придется в зону заново. Петров шайбу доставил, и теперь Дизель будет располагаться для такой осады позиционной. Петров на вершине. Тюрин. Петров. Передача скрытая пошла на Мишунина, но не получилось у него переправить шайбу в сторону ворот. Мишунин сразу же атаковал его сейчас Потемкин. А нет, прошу прощения, не Потемкин, это Жупырин был. Петров на Тюрина. Тюрин на Петрова. Петров на Мишунина. Жупырин ждет, не выдвигается на игрока, владеющего шайбой. А вот здесь момент, и Ёлкин, ой, момент какой неплохой сейчас. И у Мишунина слетает шайба с крюка, и дальше Жупырин отправляет шайбу максимально далеко. Сам же идет скорее обозначать свое присутствие, нежели впрямую атаковать соперника. Петров, передача на Ёлкина, Ёлкин заходит в зону. И бросает сам, попадает шайба в Бабуркина. Так, а здесь все. Первый период подошел к концу. Счет 1-1. Ну что ж, ждем второй.
готово к началу второго периода. Алимов и Пасько на точке выбрасывания. Алимов шайбу забирает. Напомню, что «Медведь» играет в меньшинстве. Было удаление в конце первого периода. Дизель расставляется в зоне для осады. Тюрин за ворота. Ой, Ёлкин бросок! Шикарнейшая комбинация. Тюрин передачу классную делает на Алимова. И Алимов увидел. Резкий такой спринт в сторону ворот в исполнении Ёлкина. Сразу же передачу ему делает, и тот отправляет шайбу мимо вратаря, точно в сетку ворот. Ну, здорово было разыграно, да. Вот здесь увидел освободившегося от опекуна Ёлкина, и сразу же передача идет ему. Ну, и дело остается за малым. 2-1 счет. И сразу же пользуется преимуществом одного свободного игрока «Дизель» во втором периоде и увеличивает количество голов до двух. Вернулся формат 5 на 5. И здесь классно сейчас увидел партнера. Защитник сразу же попытался отдать, отправив Алимова вперед, но перехватывают защитники «Медведя». И, а вот здесь здорово. И вновь Ёлкин убирает шайбу от защитника. Бросок. И накрывают все-таки, успевают накрыть эту шайбу. А здесь вылезти пытался Кузьмин на пятак. Но перехватывают шайбу, и уже Бугин пошел вперед. Правда, останавливает его Реваев. Кузьмин сейчас поборолся также у синей линии, но шайбу протолкнул в зону атаки. Алимов на Тюрина. Тюрин уходит от защитника. А здесь перегать не получилось. Алимов вновь шайбой. Басов просил передачу под бросок. Сразу же получает шайбу. Ну вот бросок попал в защитника. Здесь подошел Мишунин, атакует ворота и здесь успевает Сычников клюшку поставить на лед, и шайба остановлена. Забирает вратарь шайбу, причем куда-то отскакивает она ему в амуницию. Все поправил, все норм. Вбрасывание. Мишунин забирает шайбу для своей команды. И здесь Фадеев бросок. Шайба попала в кого-то из защитников. И пытались... Ух, а здесь классно Петров остановил попытку убежать Родькиным. Погодин дальше отправляет на Родькина передачу. Но против того плотно сыграл сейчас Фадеев. Родькин уже рукой себе пробрасывал шайбу. Это допускается правилами. Но опережает Петров. И спокойно увидел он открывание Мишунина. Но шайба слишком долго шла к нападающему. И в итоге игроки «Медведя» успели. Этот выпад ликвидировать. Так, а здесь удаление будет за задержку соперника руками. Отправляется на 2 минуты. Там и отправляется 17 номер. Даниил Фадеев. Номер 17. Вбрасывание в зоне у Дизеля. Пасько забирает эту шайбу для своей команды. Передача идет на Жупырина. Тот за шайбу зацепился. Жестко сейчас сыграл против Ганякина. И отправляется на 2 минуты. Здесь за толчок соперника на борт. Отправляется на Жупырин Артем. И формат игры будет сейчас 4 на 4. Недолго пользовались гости преимуществом в одного полевого. Жупырин.
сразу же решили сыграть в равных составах, пусть немного укорочено. Формат 4 на 4, больше свободного пространства, больше скорости. И посмотрим, кому из команд это будет более приемлемый формат игры. Держится шайба в зоне у Дизеля. Вот сейчас попытка выбросить, но хорошо борт закрывает Карасев. Шайба не прошла. В итоге Гонякин от своих ворот ищет, кому передачу сделать. Нашел Егорова. Тут заходит в зону, уходит от опекуна, отправляет шайбу на Гонякина. Гонякин возвращает Егорову. Егоров через центр, через Михалева, но от того шайба отскочила. Отскочила неудобно и забрал ее Карасев. Михалев сразу же пытается вернуть шайбу себе. Карасев держит ее около борта. Там на помощь ему пришел Пасько. И шайбу забирают. Точнее, выбрасывают, но забирает ее Дизель. Хорошо. Марков прошел сам. Вернул шайбу в зону к сопернику. Здесь Пасько первый. Шайбу забрал. От Маркова ушел, от Михалева ушел. И набирает скорость 33 номер. Гонякин перед ним возник. Ой-ой-ой, а здесь бросок из-под защитника. И хорошо, как Ефремов справляется с этой непростой задачей. Шайба выскочила от Артема Гонякина, но успел Арсений Ефремов ее поймать. Ну а дальше уже защитники не пустили на добивание соперника. Фогин забирает вбрасывание. Сразу же переходит передача на Потемкина. Тот отправляет за ворота, а вот за воротами никого нет. Колесников. Дальше на Михалева. На шайбу прокинул. Михалев себе же ее проталкивает. А Дизель играет в равном составе. Михалев на Маркова. Марков идет сам. Передача за ворота. Но никто из партнеров не пошел за этой шайбой. И Жупырин вернулся также на лед. В равных составах играют команды. Шайба у борта. Здесь Марков пошел сразу же в отбор. Отскакивает шайба в центр. Потемкин ее подхватил. Вперед нам Пугин отправляет шайбу, но не зацепился. Второй номер за нее. Здесь Алимов. И бросок Ёлкина. Опасно сейчас шайба пролетела как-то в перспективе. Борьба завязывается в углу площадки. И Ёлкин вылез из этого угла. Пошел сам. И здесь уже Алимов с шайбой подключают защитника. Попытка бросить. Слетела шайба с крюка. Но он подстраховал Алимов. А здесь столкновение между игроками Медведя. Против друг друга они по случайности сыграли. Здесь Кузьмин. Атаковал он Карасева сейчас. Ну, Карасев с шайбой вышел из этой борьбы. Передачу сделал на партнера. И уже выходит шайба к воротам Дизеля. Алимов. Сбор, передача. А здесь здорово сейчас Копцев навязывает борьбу. И шайба переходит к Медведю. Ёлкин пошел сам. Атакует его вдвоем сзади. Но здесь Кузьмин вторым темпом не успел в атаку. А тем временем хорошо как сейчас убежал Погодин. И Реваев его нагнал. Но здесь скорее не специально, но влетает Погодин в борт. Ну, вроде бы все хорошо. Да, больно, но самостоятельно. Сразу же поднялся Богдан Погодин и отправляется на скамейку запасных. Но самое главное, что без травм. А так классно убежал. Включил такую скорость и атаковал ворота Ефремова. Вбрасывание. Забирает шайбу Пасько. Уходит, правда, она в зону к
команды «Медведь». И здесь недолго она продержалась. Сразу же вывели шайбу. Сразу же зашли гости в зону к Дизелю. Пытаются расставиться. Подержал Шпигов шайбу. Ну, возможно, даже передержал. Вышла она из зоны в нейтральную. А здесь уже Тюрин подхватывает ее. И бросок. Достаточно опасный. Чуть выше ворот пошла шайба. Тёмкин переводит на другой борт. Шпигов попытался выбросить, но Клинин закрыл ему эту возможность. Он выводит шайбу. И нужно будет Дизелю заводить ее обратно. Каспо переводит в центр. Здесь подхватывает ее Жупырин. Ой-ой-ой, сейчас опасно как. Атаковал Жупырин близкое расстояние. Под перекладину хотел отправить шайбу, но чуть пошла она выше. А здесь Алимов бросает. Защитник накрывает. На себя принял эту шайбу Бабуркин. Видно, что неприятные ощущения у него после этого. Но зато со своей задачей справился. 34 номер. Так, Егоров из угла площадки передачу делает на защитника. Бросок. Жупырин принял шайбу. Пошел вперед сам. Бросает. Здесь Ганякин не побоялся. Шайбу заблокировал. Еще один бросок блокирует хоккеисты Дизеля. И в итоге шайба выходит за пределы своей зоны, плюс нейтральной зоны. И уже придется заново заходить. Здесь там Медведев. Ой, момент какой сейчас! Шикарно открылся, просто шикарно. Если я не ошибаюсь, это Никита Лещев и атаковал ворота Арсения Ефремова. Но Ефремов успевает переместиться и перекрыть путь для шайбы. Сейчас было очень классно сыграно, конечно, вратарем. И здорово нашли Лещева передачи. Он же абсолютно один отклеился от опекуна и атаковал без какой-либо помехи. Сейчас еще борются у борта. Угин также пришел в борьбу. Ну, здесь Лукичев переводит шайбу на Колесников. Колесников дальше. Пошел в отбор Фирсов. В итоге, где у нас шайба у Карасева? Карасев через борт отправляет дальше на Пугина. Пугин в углу площадки борется с Колесниковым. Фирсов ждет своего шанса, чтобы выбить шайбу с крюка у соперника. Бросок. И здесь Колесников принимает на себя шайбу. А здесь будет удаление. И удаление у Дизеля. Так, сейчас нам покажут, кого и за что. За подножку. Отправляется на 2 минуты. 11 номер. Это Денис Колесников. Вбрасыванием. Забирает Пасько. Для своей команды. Получил ответную передачу. Вот Пасько на вершине. Бросочища. Просто летит шайба мимо ворот, а так по мощи очень добротно заряжал Потемкин на Пасько. Пасько сближается с воротами, но здесь Кузьмин шайбу коньком остановил. Риваев, попытка выбросить шайбу, увенчалась успехом. Не смог ее Потемкин сохранить в зоне атаки. И уже Бабуркин был шайбы. Потемкин оставляет Шпигову. Пасько. Шпигов заходит в зону, бросает. И здесь здорово Ефремов сейчас перевел шайбу выше ворот. Очень бросок. Отскакивает шайба, но ближний угол закрыт. И будет начинать Кузьмин атаку на ворота соперника. Бросок такой хитрый, не обязательно сильный, но зато из-под защитника между ног вылетает шайба. Успевает Сычников среагировать. И здесь уже на полном ходу Потемкин идет вперед. Фадеев его проводил, передал Петрову. Ну и Потемкин также передал шайбу на партнера. Сам сместился на вершину, где пытался атаковать. Так, а здесь удаление будет за подножку. И в этот раз отправляется
игрок команды «Медведь». За подножку. А кто? Это 9 номер. Артем Жупырин. Так, вновь формат 4-4. Бросание в зоне у команды «Медведь». Забирает Фатахов бросание. Сразу же передача на Фадеева. Фадеев бросает. Лавров успеет. Нет, не успевает Лавров. Хотя в борьбу сразу же он вступил. И как минимум навязывает активность соперникам. Дианов будет первый. Но Лавров постарался. И шайбу в итоге Фатахов забирает себе. И нужно уже начинать движение в сторону своих ворот. Какие-то дизеля. Ой, хорошо, сейчас Пугин все сделал. Ушел и вылез из-за угла. Бросок только чуть выше полетела шайба. Зацепились хоккеисты дизеля за нее. И завели в зону. Лавров оставляет на Гонякина. Гонякин бросает это гол. Ну, красиво, так красиво все сделали. Шикарно зашел Лавров в зону. И как здорово он увидел подключение Артема Гонякина. Ну, а тот уже сделал все на высшем уровне. Увидел дальний открытый угол и сразу же переправил шайбу туда. Счет становится 3-1. Вбрасывание. Выбирает Михалев шайбу у Родькина. Он тут же включился Коптев в отбор. И шайбу забрал себе. Забрал себе. И сразу же пошел атаковать броском. Михалев. Соперника. Ой, момент сейчас. Хорошо атаковал Марков. Опасная была у него позиция. Но заблокировали здорово защитники эту шайбу. Лукичев. Корпус поставил жестко. И за счет этого забрал шайбу себе. Здесь борьба пошла на другом борте. Так, заходит Марков в зону, но выбивает шайбу у него Потемкин. Вернул ее себе и попытался атаковать. Сейчас вылазит из-за ворот, но не попал. Неудобный. Так, Алимов. Здесь шайба. Шайба оказывается у Маркова. Марков на Алимов передачу. Алимов попытался в домик отправить шайбу, но где в итоге она оказывается? А в итоге, оказывается, она у вратаря под амуницией, да, под щитком. И судья, как только это увидел, сразу же просигнализировал и игру остановил. Сбрасывание будет в зоне у гостей. Забирает Васьков сбрасывание. Шайба за воротами. Так, Ёлкин через центр. Передача не прошло. Пасько перехватывает ее. И сразу же идет в отбор. А дизель шайбу вернули, но Пасько тут как тут. Вновь навязывает борьбу. И вновь на перехвате. 33-й номер хорош. Дальше не пошел, не стал рисковать. Вернулся и уже через своего партнера попытались зайти в зону. Это сделали успешно. Здесь Жупырин переправляет шайбу на другой борт. Ливаев перехватил, запнулся. И сразу выбросить не получилось шайбу. Но зато со второй попытки попадает в арбитра. Шайба сохранена в зоне у дизеля. Ливаев пропахнул дальше. Здесь Петров дальше переводит еще через борт и набирает скорость. Ёлкин в зону вошел. Передачи увидел Кузьмина. Кузьмину неудобно было принимать, но сохранил шайбу. Здесь бросок Риваева. Шайба попадает в Жупырина. Завязывается борьба. Еще один бросок Кузьмина. И здесь уже Иван Сычников справляется с этой атакой.
и, взяв паузу, дает возможность спокойно поменяться и своим партнерам, и сопернику. Так, борьба у борта. Шайбой из этой борьбы выходят хоккеисты «Медведя». Выходит Шпигов из своей зоны, зашел в зону, убежал, просто ускользнул от силового исполнения Фадеева. Перешла шайба на другой борт, а здесь уже Басов хотел красиво перевести шайбу дальше, но прочитали этот маневр соперники, и борьба очень активная завязалась у борта. Здесь уже так прям с малой долей агрессии начали играть. Бороться за эту шайбу в этом эпизоде. Но в итоге вышла шайба из зоны у Дизеля в нейтральной. Задержалась, так как не пустили в зону атаки хоккеисты «Медведя» своего соперника. А вот здесь неточная передача. И есть шанс у Павла Шпигова вылететь. Да, вот это, конечно, момент сейчас был. Ох, а тем временем-то шайбу забили, здесь вылетел. Да, я-то сконцентрировал, думал, ошибка. А здесь шикарный проход Богдана Пугина и просто снайперский выстрел. Шайба оказывается в сетке ворот, и счет 3-2. Да. Я там акцентировал свое внимание на том, как влетел в борт Гонякин. Ух, а здесь пока горячо, чуть в третью шайбу не забивает «Медведь». Попадает в штангу. Да, вот это интересная у нас игра во втором периоде пошла. Потемкин там атаковал в итоге. Шайбу все-таки выбили. И здесь шанс есть убежать у Лаврова. Как раз Потемкин атакует его, но Лавров уходит на другой борт, где его уже ждал Бабуркин. Шайбу у него забрал. А здесь Егоров поборолся в нейтральной зоне. Приходит шайба на Лещеву. Вот тот бросает шайбу. Адобита. Гонякин на Лаврова передачу делает. Выходит Дизель из своей зоны. Лавров. Попытка скрытого броска, но попадает он в конек Карасеву. Бросок Колесникова, шайба отбита перед собой вратарем, но не пустили Лаврова добивать. И сами же защитники подстраховали своего вратаря. Вот здесь хорошо, сейчас Лещев полез в центр, от двоих ушел, но дальше уже сместили его в неудобное положение для атаки. Передачу он сделал, а здесь Марков пошел вперед, пробросил шайбу себе на ход, но попал кого-то на скамейке, и в итоге судьи посчитали, что шайба покинула пределы ледовой площадки. Вбрасывание будет в центральном круге. Собирает шайбу Пасько. Тёмкин переводит на другой борт. Фирсов поборолся, развернулся, шайбу отправил за ворота, но где ее, правда, перехватывают соперники. Жупырин передачу получил, Колесников против него. И здесь подстраховал Лукичев своего партнера. Уходит он за ворота. Передача пошла в центр. Марков. Михалев бросает первый бросок, попадает он в Бабуркина. Здесь и Марков за шайбу борется. Здесь и Пасько против него. Пасько с шайбой-то как раз и оказался. Выводит он ее за ворота. Здесь Бабуркин развернулся. Передача уходит на другой борт, на Потемкина.
Потемкин сразу же был атакован Маркиным. Марковым, прошу прощения. И здесь же Упырин попытается сейчас убежать, обыграть, но Лукичев ему это не позволяет. А здесь пачку. О, бросок, шайба слетает с крюка. И сразу же отправляется вперед. А Марков не стал бросать, обыгрывает. А вот здесь моменты буквально с ленточки выбрасывают шайбу хоккеисты «Медведя». И сразу же пошла контратака. Мы сразу же зашли в зону, но Лещев попадает под силовой от Кузьмина. И на льду оказывается 80-й номер. Это Никита Лещев. Ну, нет, все нормально, просто неприятно. Летел в борт, а так все хорошо. Самостоятельно. Покидает. А нет, даже не покидает, остается на льду. И вбрасывание будет сейчас в нейтральной зоне. А, и все-таки отправляют Лещева. Ну, нельзя ему остаться на льду, так как из-за него была остановлена игра, и нужно покинуть пределы ледовой площадки. Вместо него вышел Павел Шпигов. Вбрасывание. Выиграл Пугин вбрасыванием. Сейчас он шайбой уходит в угол. А вот здесь перехватывает его передачу. Но, правда, развить этот перехват не получается у Кузьмина. На другой, в другом углу борьба началась за шайбу. И в итоге Ёлкин пошел вперед. Оставили его без шайбы. Шпигов. А Пугина передача прошла, но тот сразу остался без шайбы. Риваев здесь как раз с ним вновь столкнулся, и уходит шайба за ворота. И на этом второй период подошел к концу. Счет 3-2. Ну что ж, ждем третий.
Все готово к началу третьего периода. Напомню, счет 3-2. Пасько и Алимов на точке выбрасывания. Забирает Алимов. Сразу же передача пошла на Кузьмина. Кузьмин попытался прорваться, но он передачу сделал на Ёлкина. Ёлкин возвращает Кузьмину. Атака вратаря. Но была такая не опасная, не сильная. Из-за ворот. А вот сейчас момент и бросок. Ух! Хороший момент мог быть у Алимова. Хорошая позиция была для броска. Здесь Риваев переправляет шайбу в сторону ворот. И там перехватывает ее Пасько. И пытается начать атаку своей команды. Передачи. Уходит шайба на Жупырина. Жупырина сразу же атакуют. И здесь уже Алимов вбрасывает шайбу за воротом. Ёлкин пошел прессинговать. Но увидел это Потёмкин и поменял направление движения. А здесь Кузьмин вмешался. И чуть было не перехватывает. Зато перехватывает Риваев. Бросок. Ух. Отбита шайба. Атака продолжается. Нет, перехватили шайбу. Закрыл Колесников синюю линию. Но вывести шайбу не позволил. А здесь момент Кузьмин. И увидел он, что Ёлкин абсолютно один. Передачу у него пытался сделать. Но партнеры по команде «Медведь» прочитали эту игру. И вдвоем сразу же пошли на перехват. И, в принципе, с атакой «Дизеля» справились. Мишунин переводит на Басова. Мишунин дальше протолкнул шайбу. Тюрин идет с ним. Мишунин. Передача на Тюрина. Тюрин бросать не получилось. Не позволил ему Бугин это сделать в последний момент. Буквально бросился под шайбу. И на этом атака закончилась. Так, а здесь удаление у «Дизеля». За задержку соперника руками отправляется Сергей Тюрин, номер 98. И забирает в итоге «Медведь» это вбрасывание. И доводит до броска. Шайба проходит и мимо ворот. А так момент опасный. Мишунин наверху. Готов принимать бросок Карасева. Но Карасев делает передачу на Пугина. Пугин дальше. Вновь он получил передачу. Здесь на вершине Карасев. Отыгрался он сейчас с Рогачевым. Рогачев на Пугина. Ой, момент сейчас хороший. Но Басов успел нападающего смутить, и шайба проходит мимо. А вот здесь здорово Басов перехватывает, выбросил шайбу. И здесь уже Карасев первый. Сразу же Мишунин выдвигается на него. Но через пас гости выходят из своей зоны. Зашли в нейтральную, зашли в зону к «Дизелю». И уже позиционно пытаются осаду начать. Еще уводит шайбу на защитника. Лещев, Карасев, бросок, шайба мимо проходит, Лещев ее подхватывает, ищет, ищет пути развития этой атаки, но пока хорошо «Дизель» встает, бросок, угол очень острый, Ефремов справляется с этим броском, шайба по-прежнему у хоккеистов команды «Медведь», Лещев. Ух, а здесь хороший перехват. И пытается выбросить шайбу. Ну, в принципе, успешно. У Кузьмина эта задача выполнена. Шайбу он выбросил. Там сразу же пошел прессинговать Мишунин. Кузьмин идет встречать Пугина, прижимает его к борту. А здесь уже и Мишунин возвращается. У Лещева шайбу выбил. Так, ну все, Тюрин на льду. «Дизель» играет в полном составе. Так, а здесь не стал Ефремов рисковать. Шайбу зафиксировал и дождался свистка арбитра. Смена у команд.
Выбрасывание. Забирает Фатахов для своей команды Егоров. Передачу получил Усиний, поборолся. Но не получилось шайбу вывести. Борьба дальше завязалась у борта. Но здесь Клинин первый на этой шайбе оказывается. И переводит на другой борт. Дальше шайба покидает пределы зоны Дизеля. Кортев с шайбой поборолся, но боролся с Фатаховым за шайбу, но пришел Егоров, шайбу выбил дальше. Здесь уже на другой стороне площадки завязалась борьба. А вот тут вот хорошая атака может получиться. Сейчас бросок. Исправляется Ефремов, шайбу отбил. Ну а дальше защитники почистили, не пустили на добивание того же Коптева. Ганякин сейчас атаковал Родькина. С вершины нет, бросать не стал. Бабуркин передачу сделал на Шпигова. Шпигов дальше развивает свою атаку через борт. А тут перехват. Егоров отправляет Лаврова вперед. И здесь уже до вратаря доходит. Он включается в отбор, в игру. Уводит шайбу в угол. Здесь завязывается борьба. Лавров с шайбой выходит за ворота. Но там висит на нем игрок. И в итоге шайба переходит под владением Медведя. А вот здесь момент. И... ух ты. Закрыл синюю линию Лукичев. Сразу же пошла атака на ворота. Ну а здесь... защитник просто вталкивает кого-то из игроков Дизеля в штангу. И тот, ну, надеемся, не получил травму. Просто болевые ощущения неприятные. Да, это лежит на льду Александр Лавров. Ну, пожелаем здоровья молодому спортсмену. Помогают ему партнеры покинуть лед. Выбрасывание. Забирает Пасько шайбу. Переводит сразу на другой борт. И здесь уже Жубырин через центр возвращает 33-му номеру шайбу. Поборолся с ним Лукичев. Подстраховал Колесников. И здесь уже Михалев идет по центру. Атакует его Жубырин. Вынуждает ошибиться. А вот здесь хорошо сейчас Михалев прошел. Протиснулся здесь Марков. И потеря у Дизеля. Движение вперед в атаку в исполнении Лещева. Но он оставляет его без шайбы. В нейтральной зоне поборолись хоккеисты за владением как раз шайбой. И в итоге Марков отправил шайбу в зону к сопернику. Там же сразу же пошел и в прессинг. Но Потемкин опережает его, переводит на другой борт. Здесь уже Эфирсов пошел в отбор. Выходит от столкновения, от него защитник. А что дальше? Передача на Жубырина, но того к шайбе не пускает Лукичев. Здесь за воротами борьба. Ой-ой-ой, моментище просто! И как неудачно сейчас подскочила шайба у Ильи Пасько. Не получилось у него переправить. А тем временем жестко встретили Ёлкина при входе в зону. Но арбитр был рядом, не увидел ничего незаконного в этих действиях. Да, Ёлкин кто-то не больно сразу вскочил, но пожелаем здоровья ему. Главное, чтобы без травм. Нет, все нормально, уже поднимается самостоятельно. И лед покидает также сам. Так, смена произошла от состава у Дизеля. И вбрасывание в нейтральной зоне. Вбрасывание забирает Пугин. Сразу же пошла атака на ворота. Но здесь Шпигов
забрать шайбу не смог у Кленина. Уходит шайба за ворота. Здесь первый на шайбе оказывается. Риваев протолкнул дальше на Алимова. Алимов на Кузьмина. Кузьмин на Михалева. Здесь, ух, поборолся. Очень неплохо, кстати, Пугин с ним. И вот сейчас можно заходить, что, в принципе, и делает Кузьмин. Пугин его атакует. Шайба переходит к защитнику. Попытка выбросить шайбу из зоны. И все-таки увенчалась она успехом. Хотя не сразу. Здесь опасный момент. И ой-ой-ой, как сейчас опасно. Вратарь потерял ворота. И сейчас защитникам нужно побороться максимально, чтобы не позволить шайбе пересечь линию ворот. Бросок здесь отбивает щитком Ефремов. Он без колюшки. И здесь сейчас огромная ответственность на защитниках. Риваев шайбу забрал, выбрасывает. Закрыл хорошо синюю линию Бабуркин. Переводит шайбу за ворота. А здесь звучит свисток. И арбитр подъезжает к вратарю, к Арсению Ефремову. Спрашивает, может ли он продолжить, нужна ли помощь. Так. Смена вратаря. Да, все-таки требуется смена. И Дмитрий Кобьев сейчас выйдет защищать ворота команды «Дизель». Это все неудачно попала шайба Арсению Ефремову в незащищенное место. И придется сейчас выйти на Дмитрию Кобьеву. Могу отметить, здорово сыграла оборона, но сыграли защитники, не позволили добить. Хотя вратарь уже был без колюшки и, возможно, уже с болевыми ощущениями играл. Бросок, шайба вылетает из-за ворот. Пугин ее подхватывает. Попытка еще раз нанести. А бросок, ну, так размять вратаря, или не размятого вратаря, как раз поймать на этом. Ну, здорово сейчас оборонялись. Басов в зону заходит к сопернику. И возвращается Лещев. Шайбу забрал. А здесь хорошо Мишунин в борьбу вступил. Как показалось, перехватит шайбу. Но нет, все-таки медведь успевает перевести ее на другой борт. Лещев. Передачу вставляет, а здесь абсолютно один оказывается Рогачев Мирон и переправляет шайбу в сетку ворот. Ну, здесь огромные вопросы к защитникам. Как так получилось, как позволили бросить, принять шайбу и бросить по воротам Дмитрия Кобьева. Так, еще становится 3-3. Сбрасывание. Шайбу забирает Дизель. Сразу же Лавров пошел вперед. Не пускает его к шайбе Бабуркин. И какая молниеносная атака идет на ворота Дизеля. Дизель в атаке, только сейчас потеряли шайбу. Хоккеисты в синих джерси. Здесь момент опасный. Кобьев накрывает шайбу ловушкой. И смена у команд происходит сейчас. Брасс не будет в зоне у Дизеля.
Пугин на точке вбрасывания. Против него Михалев. Пугин забирает шайбу для своей команды. Здесь бросок Карасева. Шайба идет мимо. Маков вступает в борьбу за шайбу. В итоге Михалев оказывается с ней. Идет вперед. Протолкнул ее себе на ход. Дальше идет. Лещук его атакует. Оттеснил от шайбы. Передал Карасеву. И уже через другой борт пытаются гости шайбу вывести из своей зоны. Здесь Марков поборолся за шайбу и сохранил ее для своей команды. Здесь бросок. Ой, хорошо. Сычков отбивает шайбу. Дальше защитники уже подчистили. Алёв, бросок с разворота. Шайба летит неточно. Фирсов за воротами в борьбу вступил. Но шайба оказывается у соперника. А вот здесь здорово сейчас Колесников поборолся. Сохранил шайбу в зоне атаки. И сохранил у своей команды. Фирсов за ворот. Надо бы передачу сделать. Кто и делает. А Дмитрий Фирсов, но перехватывает ее соперники, эту передачу. А здесь Лещев чуть было не попадает под силовой от Михалева. Уходит шайба Лукичеву. В углу поборолись хоккеисты. В итоге Алимов пришел на помощь, шайбу забрал. Выброс шайбы. А здесь здорово Кузьмин подхватил шайбу. Передача на Ёлкина. Ёлкин возвращает Кузьмину. Но тот не пошел в то место, где пошла шайба. А момент опасный был, так как пустые ворота оказались. Аомов поборолся, но шайба прошла мимо. Здесь бросок обьёл Браво. Реагировал на этот выстрел и поймал шайбу ловушкой. Причем сделал это достаточно эффектно. Дмитрий Копьев. Вбрасывание в зоне у Дизеля. Алимов шайбу забирает. Реваев. Коптов атакует его. Ну, Реваев достаточно легко ушел от соперника. Кузьмин сразу же попал под прессинг. После того, как шайба до него дошла, Реваев возвращает Кузьмину. Кузьмин набирает скорость. Попытался обыграть, но увел его Вабуркин в угол и до шайбы не позволил добраться. Пахомов первый будет на шайбе. Сразу же передача на Реваева. Реваев голову поднял, ищет, кому передачу сделать, находит, но адресата, но здесь пас рукой получается в исполнении Жупырина. Он перехватывал шайбу, а в итоге сделал передачу своему партнеру, и вбрасывание будет сейчас в зоне у команды «Медведь». Пугин, Мишунин. Мишунин вбрасывание выиграл. Бросок. И здесь намертво Сычников забирает эту шайбу. Будет еще одна процедура вбрасывания. Мишунин. Нет, в этот раз забирает Пугин вбрасывание. Сам пошел вперед. Передача, кстати, классная сейчас пошла. Здесь два адресата было. И Рогайчев, и Лещев. Борьба завязывается у борта. Переходит шайба в угол площадки. А здесь Карасев перехватывает пас Петрова. Ух, сейчас моментище. И Лещев мог завершать эту атаку, так как и угол был свободный, передача ему дошла, он абсолютно никем не был прикрыт. Вадеев борется за воротами, шайба выскакивает на пятак, но здесь Мишунин ее подхватывает, начинает движение в сторону ворот соперника. Кирилл Мишунин сам обыграл Карасева. Передача на Тюрина. Еще одна попытка сделать пас. Здесь уже Басов успевает, но он не в самой опасной точке. Пересечение с шайбой мог бы он оказаться. Синюю линию не закрыл. Нужно возвращаться обратно. Здесь Коптев на полном ходу. Ну,
классно Гонякин подстраховал своего партнера. Здорово ушел от соперника. И здесь неудобный на Лаврова передачу делает. Лавров попытка выбросить. Васько попадает под силовой. Шайба у Дизеля, но пока не закрыта в своей зоне. Басов с неудобной, неточной передачей. Переход Жубырина. Здесь атака может пойти дальше. Ох, опасно. Коптев. Но в этот раз уже не позволили свободно бросать. И поэтому рикошет, шайба ушла мимо. Полез на ворота. Патахов переводит шайбу на Гонякина. Гонякин развернулся в углу площадки. Полез сам и здесь за воротами. Успеет Марк? Нет, не успевает. Шайба переходит к Пасько. Он попытается сейчас вывести ее из своей зоны. Коптев сразу же попадает под атаку. Но шайба доходит до Олещева. Здесь бросок отбивает Копьев. Гонякин дальше шайбу выбрасывает. Прицепился за эту передачу Лавров. Здесь Пасько покружил перед Клениным, но тот себя обыграть не позволил. И Копьев эту шайбу забирает. Вбрасывание. Выиграл Пугин, но не получилось развить атаку. Здесь Михалев на себя бросок принял. Сразу же Марков подхватывает шайбу. Входит в углу. Сбивают его, но делают это в пределах правил. И Медведь сразу же пытается выйти из своей зоны. Из зоны выходит, но нужно еще зайти в зону к Дизелю. С этим возникают определенные сложности. Лукичев уходит за ворота. Передача через борт. Он прерывает ее Рогачев. Здесь Карасев. Так, Лукичев через защитника, через партнера по обороне. Это Колесников подержал шайбу. Передачу сделал на Михалева. Михалев в центр. Здесь Фирсов. Выбивает у него шайбу с крюка. Атаковал Ёлкин сейчас Пугина. Шайба у борта. Бросок от синей. Но шайба летит очень неточно. Лукичев зацепится за нее. Да, зацепился. И вывозит ее, выносит из зоны. Михалев подхватил шайбу. Ёлкин как адресат для передачи. Михалеву отдает ответную. Но тот проскочил мимо. А так классная атака. Классно сейчас Дизель все нарисовал. Вот завершение чуть-чуть не хватило. Омов сохранил шайбу в атаке. Только на угол. И здесь перевод на Ёлкина. Ёлкин подключает Риваева. Риваев бросок. Кузьмин отпрыгнул от шайбы. Летела она на уровне груди. Прошу прощения. А здесь контратака может получиться. Риваев готов встречать соперника. И здесь опасно. Покружил, повертел Рогачев. Но в итоге сильного броска у него не получилось сделать. Бывает, переиграть себя не позволил. Кузьмин, Алимов подхватывает эту шайбу. Пасько пошел в отбор и добивается своего. Шайба переходит под владением хоккеистов Медведя. Кузьмин, бросок. И здесь рикошет, шайба уходит в угол площадки. Дача за ворота. И уже оттуда начало будет атаки своей создавать Медведь. Опасный момент сейчас. Заходит на гости в зону. Пахомов через борт выбрасывает шайбу. Получается передача. Мишунин зашел в зону. Тюрин рядом с ним. Мишунин бросает сам. Отбивает Сычников. И дальше сразу же атака идет на ворота.
дизеля, причем достаточно быстро переходит в нейтральную зону. Бросок, копье, шикарно. Поймал шайбу ловушкой. Выбрасыванием. Получается затяжным. В итоге у нас с шайбой оказывается дизель. Турин пошел сам. Активно его Бугин прессингует, вытесняет. И в итоге шайбу забрал. Второй номер команды «Медведь». И Турин вновь в отборе. Успевает, правда, хоккеисты «Медведя» выбросить шайбу к воротам дизеля. И сразу же идут в прессинг, в отбор. Шайба вышла. Фадеев. С шайбы вброс ее в зону атаки. Здесь Ёлкин пошел сразу же в прессинг. Власов. Шайба застревает в нейтральной зоне. Хорошо, сейчас разыграли. Реваев, ну, не позволит, конечно, себя переиграть. Здесь на помощь уже пришли партнеры с одной и с другой стороны. И дизель оказывается с шайбой. Вылазит из этой борьбы. И на этом все. Основное время закончено. Третий период подошел к концу. Счет 3-3. Дизель начинает серию бросков. И на лед выходит номер 69. Артем Гонякин. Шайба в центре. Свисток прозвучал. И Гонякин, подхватывая шайбу, начинает сближение с вратарем соперника. Бросок, и не получается Сычникова переиграть у Гонякина. На лед теперь выходит игрок команды «Медведь». Богдан Пугин, номер 2. Также подхватывает он шайбу. Идет на сближение с Копьевым. О, классно, конечно, сыграл сейчас Дмитрий Копьев. Оставил без результативного балла соперника. Так, на лед вышел Артем Алимов, номер 78. Свисток прозвучал, можно приступить к исполнению матчевого броска. Алимов сближается с Сычниковым. Бросок, и здесь просто во вратаря попадает Алимов. А тем временем на лед вышел номер 92-й. Рогачев Мирон. Идет по центру. Пытался обыграть, и шикарно Петр все делает. Увел на неудобную и под перекладину. Отправляет шайбу 92-й номер. Так, Кирилл Мишунин вышел на лед. Подхватывает он шайбу. И не спеша идет на сближение с вратарем. Ой-ой-ой, где она? Нет, не попадает, не смог переиграть. А показалось то, что все. Сычников уже обыгран, но нет. В последний момент успел где-то щитком как-то остановить эту шайбу. Ну, здорово, молодец. Так, на льду Илья Пасько, номер 33. Идет на сближение с Копьевым. Ух, ну здесь очень уж красиво хотел сделать. Мне кажется, сам себя переиграл.
Так, и на лед приглашается Матвей Ёлкин, номер 37. Так, шайба подхвачена игроком. Ёлкин начинает сближение. Вот обыгрывать. Нет, обыгрывать не стал. Бросок, и шайба точно оказывается в ловушке у Зычникова Ивана. Так. Шайба в центре площадки. На льду Коптев Иван, номер 71. Приближается медленно бросок, штанга, и не попадает. Игрок команды «Медведь». Да, и, возможно, Сергей Тюрин будет сейчас героем. Подхватывает он шайбу, идет на сближение. Будет обыгрывать, обыгрывает, и гол забивает Сергей Тюрин, номер 98. Так, Артем Жубырин, номер 9. Подхватил шайбу, идет на сближение. Бросок, и высоко-высоко отправляет шайбу. Продолжается серия послематчевых бросков. И исполнять выходит Афогин Богдан, номер 2. Шайба в центре установлена. Попытался обыграть. Ой-ой-ой! Что сейчас вытворил? Что показал нам второй номер? Блестящее исполнение, конечно. Очень красиво. Так. Номер 98. Сергей Тюрин. Вышел на исполнение броска. Ох, как здорово раскачал вратаря и ушел. Шикарный гол. Ну, очень здорово сейчас оба хоккеиста показали, как стоит исполнять. Матчевые броски. Так, а теперь на лед вышел Рогачев Мирон. Идет по центру. И переигрывает Дмитрия Копьева. Так. Вновь на льду Сергей Тюрин. Идет на сближение. И в штангу попадает Сергей Тюрин. Медведь одерживает победу. Дизель, большое спасибо. Медведь, ну что ж, поздравляю. Классная игра. Все сделано было на высшем уровне. Ну что ж, до новых встреч. Всем спасибо.